Надо нам найти магазин Джуск. Сигнал GPS потерян. Сейчас мы его найдем. Я вижу табличку. Посмотрим, как выглядит письменный стол, лампа. Возможно, что-нибудь еще там приобретем. У нас очень много торговых центров, которых построили по городу Минску. В каждом районе их множество. Сейчас зайдем в Джуск. Сейчас посмотрим, где тут что продается. Столы и лампы. И стулья. Ну, стулья-то, наверное, потом. Вот такой компьютерный стол выбрали. В общем, он четко станет в угол. Здесь в углу будет стоять стол, чуть левее дверь на балкон. Как раз на акции $49 стоит, 45. Какие-то еще столы есть. Темного цвета нам как раз надо цвет такой светлый, солома. Стол компьютерный. Кстати, интересные корзинки. В принципе, без корзинок от этого стола маленькая эффективность. Особо ничего в эти полочки не сложишь. Что только не придумают. Хотя бы две корзинки, я думаю, надо нам взять. А сколько эти корзинки стоят? Корзина декоративная, 19,99. Две корзинки, пол стола. Одну возьмем. Ладно, пойду позову продавца, чтобы оформил заказ. Большой выбор кровати. Прям целый ряд. А где найти лампы? Лампа, 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 лампа. А вот и лампа, недалеко от стола стояла. Я думаю, сейчас поедем сразу собирать, пока больше ничего не походил, не выбрал. В общем, купили. Сейчас пойдем на склад, получим этот стол компьютерный и поедем его собирать. Я так часто говорю, что поедем его собирать, что мне кажется, по итогу мы его не соберем. Чего-то не хватит. Сейчас еще зайдем что-то попить купим, потому что на квартире ни холодильника, ничего нету. Здесь еще одна гипа. Тоже крупная, как Евроопт по всей Беларуси. Сейчас найдем что-то попить. Наверное, возьмем колу. В последнее время я подсел на нее и никак не могу слезть. У меня это, кстати, периодами. Подсядешь на колу, потом слазишь. 25 касс.
В общем, 2 литра кока-колы стоит 2,27 белорусских рубля. Пойдемте заберем письменный стол. Я вот не показал, как-то так выглядит торговый центр. Один из его торцов. А склад где-то там. Сейчас пойдем получать наш стол. Сейчас нам стол вынесут. Забрал компьютерный стол, он поместился буквально в две коробки. Все, едем. Едем его собирать. И покажу вам немного квартиры. Такой маленький шоу-рум. Поверните налево. Так выглядит то, что мы с вами купили. Этот компьютерный стол, который поместился в две коробки, и лампа. Лампа на письменный стол, чтобы делать уроки там. Сейчас мы с вами это все распакуем и попробуем собрать. А поставим это вот в этом углу. Мы его расчистим. И там он станет, компьютерный стол. Первым делом смотрим лампу. Лампу собрали. В общем, что-то не получается со сборкой стола. Я разорвал все эти вот пакеты, достал все комплектующие, посмотрел схему, сейчас вам покажу. Вот есть схемочка к моей мебели, к этому столу компьютерному. Однако вот эту вот часть я не могу найти. Может, ее забыли положить. И у меня садится батарея, поэтому, друзья, наверное, вам, если будет такая возможность, если я его все-таки соберу, покажу окончательный результат. В этом месте я буду вам монтировать ролики. Диван я перекину на другую сторону. Будет такая зона для разговорных видео. Вообще, в принципе, я планирую вернуться к формату ежедневных видео. И видео будут не обычными, сходил за молоком в магазин. А планирую видео все-таки делать информативными, чтобы их можно было смотреть и что-то узнавать новое о чем-то или о ком-то. Поэтому, друзья, не забывайте поддержать этот ролик, другие мои ролики, подписаться на канал. И до встречи в следующем ролике. Всем пока!